На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 5-й бригады Национальной гвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ в районах Григоровки и Червоные Дебровы. Нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 63-й и 67-й механизированных бригад в районах Торского, Емполовки и Червоные Дебровы. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 152-мм гаубица 2А65 МСТА-Б и 122-мм гаубица Д-30. Средствами противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и огнем из стрелкового оружия уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктах Верхнекаменка, Голикова, Луганской Народной Республики, а также один реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс»